Так, здравствуйте, дорогие друзья. Давайте бахс. Зельда. Продолжаем. Кто пропустил, играл до этого в Зельду. На Ютубе можно найти, там три части, играл где-то часа 4. Вот, дошли мы до параллельного измерения, и сейчас будем в параллельном измерении делать дела. Let's go, смотри, 6 сердечек уже накопил. Поехали, begin. Забыл, что там было и куда прилетели. Прилетели куда-то, где мне лицо бьют. Че есть? Во-во-во, у меня бумеранг. Так, это бить? Ты чего, братан? А, я прилетел в мир злых людей, они все очень плохо себя ведут. Здесь вот эти вот чуваки, а я от них просто огребаю, но сейчас будем разбираться. О, сейчас там бомбу кидает. Так, мне что-то сказали. О, ничего себе. Да-да-да. Монстр Тейл. Я так понял, здесь куски этих чуваков надо собирать на зелье всякие. Так, я так понял, здесь суть такова, что надо в 7 замков идти. Пойдем налево сначала. В деревню, посмотрим, что снова в деревне. Так, а что есть? Курица. Она типа злая курица, тоже из параллельной вселенной. Ее убить вариант? А, не, ее таскать можно. Понял. А здесь дерево. Не можно что-нибудь, не? Че надо вообще? На, какой-то теребонька не происходит. Ладно, пойдем в дом. А, на, вот, сходить в дом. Здорово. А, это бар бывший, давай молоко. What do you want? Scram bread? What is all the monsters running around? More and more folks are taking refuge in here. Customers everywhere. It really gets my god. Ну, он хочет молока попить спокойствие, и никто от него не отвяжется. Он вынужден обслуживать кастомеров. Короче, это прям в России я прилетел, что все надуты, никто не улыбается, и все такое. Вы же простите за такое отсутствие патриотизма. Here I am working for the royal family. If turn they fall, things have fallen apart. О, правительство обвиняет. Look around, kiddo. It's all thieves and creepy masked folks in this village. There is nothing royal about this place. God damn it. Все. Так, а это бард, который песни. О, в деревне есть босс, и у него картина. А мне картину как раз надо находить. Там какие-то волшебники, в общем, какой-то полтист был, я помню. If the thief girl knows where it is, she best keep her trap shut. О, мне песню хочется играть. Wrong pace, wrong time. Тра-та-та. Короче, понятно. Здорово. Красноглазая женщина. Think I look strong? Sure. Treacherous Tower. Вот. Death Mountain. О, это новый данжен на месте старого. Он, короче, рассказывает, что там есть новый данжен. Ну, ладно, понятно. Короче, надо на плюс нажать, так будет понятней. Во, данж сверху будет. А я, ты ч, здесь прям так. Во-во, свинья. Огребаешь. И привидение. О, мой-мой. Get over here, son. А как? А, вот. Надо расплющить его так. Опа. Мой-мой. You got lost my-my. Блин, а их здесь больше сотни, наверное, теперь. Я, ты чё, человек-слон? Так. Мумба-жумба. А, что такое? О, мумба-жумба. Маскет Элдер. Ничего себе, он кое... Don't the mask, don't the mask. Я corrupt, corrupt.
Коррупционеры у них тоже сплошные коррупции. Беда. Не, все та же Зельда. Так. А, это сейф. Давай. Не, ну типа то, что я тебе утром линковал, что чувак играл, это 3D Зельда. О, слушай, а здесь проход между мирами, ну-ка. Воу, наркотики. Гайс, трип. Оп-оп. И из-за носков женщины... О, я не то нажал и обратно в наркотики улетел. Фак. Ладно. Короче, понятно, что между мирами можно путешествовать. В принципе, мне в нормальный мир-то особо незачем идти. Блин, я посмотрел, правда, где там выход, чтобы потом знать. Я думаю, можно найти просто будет деревню. Ты чё, мужик? Ты чё? Ничего себе. Слышь, ты чё, братан? А где мой щит-то вообще? Вообще? Вот. Гайс, в чем дело? Чем здесь бить можно? У меня пчела есть. А что-то у них щиты-то не убиваются. Надо как-нибудь по-хитрому их, наверное, молотком бахать. Я не знаю. Я молотком бахну. Так, а что с щитом стало непонятно? Так, карты можно переключать между злой и обычной картой. Воу, круто. Бам, молотком. А ну иди сюда. Огребаешь. Ага. Слушай, рабочая схема. Hideout entrance. No course cram. Who's there? Nobody gets past unless you know all the words to ultra secret thief password song. God damn it, fuck. I start the lyrics and you finish them. That is if you can. Here we go. Fuck. Shit. Boss wrath. I'd rather be on a cliff walking a narrow path. Sometimes it hurts too much to care. Think knowledge is power, but it's really bear. Действительно, это медведь. Really snare. Every time I say I'm leaving, this accursed life sets me right back to thieving. Wait a second, you don't even know this... Короче, мужик в баре мне пел эту песню, пойдем сейчас послушаем, а здесь еще... Эй, откройся. Занято. Так, пойдем по домам сначала полазим, может здесь есть что-нибудь прикольное. Воу, закрыто. Нет ничего прикольного. Утром была из 90, чуть ли не 13 лет, короче, игре. Она нормально пиксельная, по сути, и в принципе выглядит она не так страшно, как могла бы. В сравнении с тем, что с тех лет выглядит так. Здорово, мужик. А, это вот этот, который из иерархии, это из 100 золота у него выиграл. Так, за 200 рупий можно открыть 3 сундука. В тот раз было за 50 рупий 2 открывать. New chase. Piece of heart. Воу, щит. О, у меня бабок-то. Давай, погнали. Гайс, играем на все. Щит. А, надо... Воу. О, 100 рупий. Гайс, отбиваем постепенно. Короче, вот в этом. 120. Где еще? Здесь? Фак, 121. И здесь там кишки какие-то были. Супер желтый алмаз. И часть сердечка. Я, да, этот. Слушай, давай еще. Давай, погнали. Короче, вот это хочу. Блин, одна. Давай такой. Так, кишки. И теперь вот это. 100. Ладно, отбили. Слушай, а сердце все время снизу справа похоже. Ну-ка, давай еще раз. Мне кажется, он сейчас обманет 100%. Ну-ка, давай. Опа. God damn it, я так и знал. Что-то не идет. Ладно, я сотню-то нахожу всегда, то есть это не проблема. Главное найти сердце, то есть катаем, пока сердце не выпадет. Давай. Помню, вообще любые можно открывать. Здесь, наверное, как в этом Super Mario 2, где сундуки. Оу! Оу! Щет! Отбили. Кишки зелья варить, там ведьмы будет. Фигня, что она варит. Блин,
на один сундук. Не угадал. Так, продолжаем. Я так понял, здесь надолго можно. Пока не облапошится этот мужик. Мне кажется, то, что ты открываешь, это такое. Одна. Да. О, 300. God damn it. И каждый раз так рядом, а все еще так далеко. Слушай, а я наигрался. Точнее, не наигрался, а в том плане, что денег-то у меня теперь больше, чем даже было. Двадцаточка, что-то мало. И опять кишки, вот это самый плохой был. Блин, и сердце прям рядом я открывал там. Фак. Let's go. Давай еще пару-тройку раз и хватит, как-то надоел. Одна. Серьезно, что ли? Вверх не хочу. Опять кишки, да между ними, по-любому. Хотя бы соточка. Короче, у тебя какие-то, мужик, схемы эти, как в игровых автоматах, я не знаю, раньше ходили, люди постоянно кидали пятачки всякие. Открывай. Вот это вообще самое плохое, что я вообще ничего не заработал. А сердце... Все, последний раз. Инфа 100. Так, ну хотя бы 200-то отбили. Ладно, все, мужик. Ну тебя нафиг. Я так понял, здесь целый день можно у нее сидеть, если денег много. Денег много, но сидеть желания нет никакого абсолютно у нее здесь. В ее доме. Так. Что здесь еще есть? А здесь что? Ходила сюда? По-моему, нет. О, здесь чувак. Здорово. О, вот он поет песню как раз, которую надо запоминать. Many years ago, I felt so free. Thought I chose the thief's life, but really chose me. Every time I say my living, this cursed life is back, right back to thieving. Okay, there, little guy, sorry. Короче, я так понял, здесь по кускам надо собирать песню. И потом, чтобы тебя пустили внутрь, надо ее спеть как надо. А, зеленый — это проход между мирами на карте, он видно, что он фиолетовый уже, даже не зеленый. Разноцветный, короче. Так, это здесь эти придурки. Пойдем в магазин. Надо щит купить, а то у меня щит куда-то отвалился просто. О, ты чё, братан? Bad guy. Boss went and hid my thief girl away. There no one could hear what she had to say. Sometimes it hurts so much. Care. Тра-та-та. Despair. О, а я не despair выбрал, я что-то еще выбирал, по-моему. Think knowledge is power, but it's... А, не, я despair, по-моему, выбирал. I'm just staring at. Okay, no, nothing is just a song. Так, братан. Ебай, ну вот, что такое? Golden Bee. Ничего себе, слышь? За Чё, серьезно? Слушай, вот за нее, наверное, человек-пчела отдаст супер фигню. Это обычная пчела. О, слышь, а можно фею купить? Дается фейри, а зачем она нужна? А, сердечко, по-моему, просто дает. Wants to be your friend forever. И чё? И зачем она мне? А вдруг надо? Ну пусть будет, ладно. О, это круто, слушай, она 5 сердечек сразу зальет, если я сдохну. А я дохнуть-то люблю. Блин, подожди, с молотком, надо посмотреть. У меня есть еще одна. Давай, короче, еще одну купим. Это самая годная эта тема, оказывается. А то я до этого эликсир какой-то таскал, выдувал каждый раз. А есть прям автоматический, класс. Ищи, давай. Непонятно, зачем они ее отобрали вообще. Все. Так, пойдем вспоминать песню, короче. Где здесь? О-о-о. Чувак, у меня ж стратегия есть. Бам, огребаешь. Все. Так, мне сюда. Давай песню. Smart thief fears the boss wrath. And rather than the cliff, короче. Блин, а вот это вот я не слышал, по-моему. A virtuous path.
Верь сейчас. Я, по-моему, в прошлый раз убирал Наропат, а вот остальные я угадал по песням, которые я сейчас смотрел. Time that hurts the match to care, тра-та-та, despair, это мы видели. Every time I say I'm leaving, тра-та-та, right back to thieving. Wait a second, you don't even know the song. God damn it. Короче, давай Brute Force. Подожди, а я ж Наропат выбирал. Неужто приси-писи? Давай. Despair. Фак. Вот туду. А! А! Больно. Щет. О, я прям... Щет. Я сейчас сдохну здесь. Я накупил феи, сейчас сгребаю. Дай сердечко-то. Блин, а где сердечко? Короче, я понял, сердечка нет. Слушай, а как туда? Я хочу туда. Там, наверное, хитрый проход, что из параллельного мира надо зайти. Можно, кстати, попробовать. А через забор нельзя? Ну вот. Так, пойдем в бар. Там был бар, то он сейчас всю песню нам расскажет. А может, и попить дадут. Да, Despair... Подожди. Так, Narrow Path. Ну да, все-таки Narrow Path. Слушай, а если я в данж пойду без сердечки, я, наверное, гребать буду там. А, во, нормально. Да отвали ты, блин, опять сердечко. Слушай, они по целому сердечку теперь отнимают. Так, короче, Narrow Path. Despair. А, я ошибся, не то выбрал в тот раз. Короче, я понял. Воу, what a fashion voice. Come on, buddy. А у меня два сердечка, и мне сейчас там лицо набьют. Что насчет этого? Ладно, пойдем. Thieves Hideout. Never seen you around here before. You want a new recruit, eh? Perfect timing, spear boy. Guard duty. Don't do nothing. That'll get me in trouble, fresh meat. I'm gonna go get me some fresh air. Fresh meat, fresh air. Похоже, они... Да, все. Пошел песню сочинять про свежее мясо. О, это прям данши. Слушай, там три подвала. О, а снизу чувак этот... Который вор. Мне сердечко. О, классно. Здесь гигантский прям. Это к боссу сразу. Так. Все, пойдем. Адвенчер. О, я уже умею делать как надо. Ничего себе. А если так вот? А нафиг они нужны? О, я их таскать могу. А зачем? Ладно, допустим, непонятно. А, вон что. И типа мне теперь таскать их. Теперь все становится понятно. Даже сначала туда надо сгонять. Ага, все понял. Тихо. Что, так нельзя? Так. Let's go. И аккуратно огородами сваливаем. И здесь, короче, сверху что-то было. Надо все три одновременно зажать, и я думаю, потом можно будет не отжимать. Оу, 50 денег. Я потратился неплохо на этом катале. Пожалуй, самые большие траты вообще в игре пока что были. Потащили.
Так. Слушай, а куда ее? Сюда ставить или туда? Вопрос. Пойдем туда оттащим, потому что я уверен, что там какой-нибудь таймер врубится, и в итоге окажется, что все плохо. Я знаю, как это работает. О, понял, все. Облажался, значит. Ну, все-таки в ту сторону. Все. Разгадали загадку комнаты. Опа. Успех. Слушай, а я в первой комнате, я еще не посмотрел, что там. Там как-то вниз падать можно будет, прикольно. О, что здесь? Там какие-то конвейеры. О-о-о, это что такое? Вот такой динозавр какой-то, убийца. А я вообще урон-то ношу? Гайс. О-о-о. Это что такое? А, понял. Не, так не работает. А зачем это вообще кнопки эти? Они не нажимают, я понял. Зато дерьмо валится. Так, а по стенке там тоже нельзя. Есть, короче, какой-то хитрый секрет. Там нижний уровень. Подожди, давай сначала, короче, пойдем в начальную комнату и посмотрим, что здесь было. И вперед как-то можно. Да, вот сюда вот. Так, а здесь? Это что такое? Там сундук, я хочу его. А, он типа с этой стороны он блокирует, что не пройти, да. И на нее надо прилепиться, чтобы он уехал как-то потом. Воу. Как-то здесь усложняется постепенно все. Баблишко. И там еще один сундук. А как его? Эй. Надо продумать. У меня есть всякая фигня, ну-ка, давай посмотрим, что у меня есть. Я не уверен, что пробьет хук. А, где он? Подожди. Так, надо. Еще какую-нибудь фигню просто рандомную. Это явно не то, и хук явно не то. Так, а здесь надо что-то оставлять. А что, оставлять бомбу? Может, это весь данж про бомбы? Не, не работает. Никак. Как-то у них есть очень много кнопочек везде. И все двойные. А как их обыгрывать? Ладно, пойдем пока походим. Так, отсюда вниз, наверное, надо упасть. Точнее, вниз можно упасть, а вопрос, нужно ли. Вниз это на следующий уровень подвала. Куда мне, наверное, пока рановато. Так, что-то включил. О, это я знаю как. О, она сама собой прямо так. О, вот. Подожди. Ничего. А, во. Все, я понял. Блин, отвали. А туда если? Плохо будет. А дальше вниз. То есть я чего не... А, ну там босс, короче. Ладно, все, понял, пойдем вниз. Так, а тут? Туда и сюда. И здесь, воу, щет. Ладно. Допустим, что так. Там что-то вниз, что-то вверх. Зачем переключать нужно, я вообще не понимаю, потому что как-то проблемы эти конвейеры вообще не составляют. А сюда можно было сверху упасть, все, я понял. Есть у меня подозрение, что рано или поздно здесь заставят какую-то тузу юзать. Нет, какой большой вопрос. Так, куда-то пришли. Воу.
Так, а там конвейер. Ой. Глаз, на самом деле, бомба. И он заново, вот так вот. А я чуть не то сделал. А как его убить, навсегда интересно. Кажись, понял. Где есть? Такую? Надо что-нибудь рандомное поставить. Не, что-то не работает. Ладно, whatever. Так, а здесь? Здесь надо вот так. Опа. Вот этот поворот. Подожди, как туда? Туда сверху, наверное, как-то. А сверху это оттуда. Ну-ка, погоди. Надо вернуться на... Оу, щет. Так. Вы что здесь? Так, вот эта фигня. А вниз здесь можно упасть? Так, это совсем вниз. А мне куда-то вот здесь надо падать. Похоже, нельзя. Блин, а в чем прикол тогда? А, и здесь даже нельзя упасть. Здесь можно только. Так, ну и короче, что делать-то? Если с этой фигней все понятно, то здесь как-то все мутно. Лол, она еще и респаунится. Подожди, сейчас все продумаем. Что у меня есть? Что такое мистериус? А, это хинты дает. Да как-то здесь особо не продумать. Наверх я прыгать не умею. О, он совсем... Его надо так вот было, да, и все. Класс. О, он обратно. Так, блин, и чего? Короче, я что-то не понял. Бомба не рок-джампит? Ну-ка, давай попробуем, кстати. Я, правда, огребать, скорее всего, от нее буду. Я не понял. По-моему, нет. Не. Хм. Так, подожди, а если его вниз уронить, эту бомбу? Мне кажется, этой бомбой что-то надо сделать, ну-ка. О, щет. О, я понял. Класс. Я не смог. Гадамит. А, так у меня своя бомба есть. А, я не могу кидать. Подожди, не могу. Так, иди сюда, короче, братан. Сейчас будем дела делать. Get over here, son. У меня есть своя бомба, в принципе, можно с ней попробовать. Короче, я так и понял, что весь данж будет про бомбы. Про то, как мы их будем кидать. О, победа! Guys. Ну-ка, я свою так могу? Я и свою так могу? Ну все, класс, короче. Это данж про бомбу весь. Так, а здесь чего? Здесь что-то как-то опасно. Наверное, вот так надо делать. Ничего себе, а в чем прикол? Туда надо вообще? Погоди, зачем это все было? Что-то я не понял. Ну, типа, ну, допустим, открывается она. Ну и похоже, все, ладно. Так, а здесь что? А эта фигня не заплющит меня? А с другой стороны нет ничего. Собрал.
Есть какая дверь. Опа. Кишки. Я здесь закрыто. What the fuck? Че, опять бомбу надо кидать куда-то? А, туда снизу откуда ты придешь, все, я понял. На карте же нарисовано. Так, а здесь... О, братан. Ключа нет, извиняй. О, слушай, я к нему могу залезть и пожалеть его. Здорово. Where you supposed to be and how did you get in there? Hang on a second. You happen to be looking for some kind of pacing, would you? Короче, у босса картина. Так, он знает, где я спрятали. Оу. Ого. Это на время здесь? Или не всегда? Похоже, навсегда. Ну ладно. Эй, а чё за... О! А, кто-то заходит... А, это опять тот же чувак. Так, о, компас. Теперь хотя бы буду показывать, где сундучки есть всякие. О-о-о! Полегче. У меня бомба есть. Слушай, надо бомбу и кассию. Короче, надо все-таки достать лук. И бомбу. Вот так. А здесь чего? Опять кнопки. А, не смог. Так. Она не нажимает же. Че, серьезно? Короче, я помогу, если этой бабе, она будет мне кнопки нажимать, кажется, вот так. Будет у нас Jolly Operation. А здесь бомба. Ты что делаешь здесь? Ты же бомба, кто тебя в тюрьму посадил? О! Та-ра-та-да-та-да. О, а где я? What the fuck? О, shit, вот. Ага. Так. Чет. О, это второй этаж куда-то. Ничего себе. О, я взломал вообще тюрьму, гайс. Побег из Шоушенка. Так, а там чего? А там бах вниз. А, это чтобы обратно вернуться, все, я понял. Чет. Проблем. Фак. Гайс, отвалите. Где лампа моя? Вы что пугаетесь как, придурки? Вроде одного бахнул. И они все успокоились? О! О, и телепорт, и сундук, все дали. Побед, баблишка. О, ключ, все, поем бабу спасать. Сейчас она будет нам нажимать всякую, вот это смешно будет. А это телепорт с самого начала, все, я знаю. Слушай, прям пол данжа. Воу! Сабхайп! Спасибо за сабскрипшн. Вы если будете подписывать, рано или поздно будет пингифейс таким образом, и будет вообще жара. Опен. А на экране проигрался, кстати, этот гитарист. Thank you very much. You saved my life. Please take me outside. That painting you're looking for is hidden on the... Короче, на кране спрятал. Я на завиду то, что я из тюрьмы могу просто так входить и выходить. Эй, эй, where do you think you're going? Take me outside. Buddy, please. О, ничего, о, она прям друган мой. Можно как в Lost Vikings, точнее не в Lost Vikings, а оставлять, да, действительно. Щет, мы закрыты. Проверяй дверь, говорит. Так, все, можно женщину управлять, класс. Стой здесь, женщина. Бах, все, есть гадка. Погнали. Пойдем дальше. Слушай, прикольно они сделали. А здесь что? О, о. Чет! Тим, баба, бей! Слышь, она слакает. Нет, верните бабу, вы че?
чувак. Ты давай завязывай так, больше не фить. Пойдем. Подожди, и так надо каждый раз теперь? God damn it. Слушай, серьезно, мне так это, я не смогу так делать. А, ее можно... А, так она же не нужна. Ты, подожди, ты, короче, стой. Пойдем. А сейчас здесь потусуюсь, я там бью всех. Че, скрипт тогда не включишь? Да вы гоните. Ладно, пойдем. Жди здесь. А я дефить тебя буду. Джентльмен бойс. Огребайся, динозаврки. Блин, чонки жирные все. Слушай, если потом ее через все экраны в тюрьму обратно будут сажать, мне совершенно точно не понравится это. Ладно, здесь открыли. Я надеюсь, что эту комнату потом... There's more where that came from. I'd help you fight, but they took all my gear and armor and you know all my other shit. So I'd be getting in the way. So hungry. Короче, ноет. О, я теперь так могу. Так будет проще. Пойдем дальше. Для пинкфейса там 12 осталось. На 25. Если я, конечно, ничего не напутал. Так, короче, женщина, погодь. Пойдем. Жди здесь. Подожди, а ей не бахнет, что я убегу сейчас так? Сепарейт. Да отвали, дай я на стенку нажму, глупая. Короче, иди отсюда. Там какой-то чувак. О, он прям совсем хардкорный. А, он один из тех, которые, ну вы поняли. О, я плаваю. What the fuck? А выплывать? О, можно выплыть. А баба-то плавать умеет, такой вопрос? А здесь что? Ух ты, мост. Деньги. Идешь что такое, а на стене деньги нарисованы. О, я еще нырять умею, вот это класс. Погнали. А, ну плавать-то меня учили, да, это я вспомнил. Подожди, а как туда? Надо по стенке как-то по-хитрому, а как за стенку где? О. Зацепились. Фонарь за руину кат. Все, беда. Надо бабу везти сюда, короче. Я ж путь расчистил. Подожди, а ей открыть надо? Так. Там тоже фонарь, да? Так, короче, что делать-то? А, во. Там фонарь? Там тоже фонарь. Блин, и как? Проплыть под это нельзя фигней. Слышь, ты что на стенке клеиться не умеешь, когда... Когда надо. А, я знаю. Опа. Та-да-да-да. Загадка решена. Пойдем кнопки сжать. Hold it right here. Оп, и все, я пошел нырять. Так, а здесь какие-то супер кнопки, вот. О. Дают бонусы всякие. Давай дергать, можно дергать. Надо, значит, дергать. Чет. О, спустили воду. Это успех, я считаю. А здесь что? Опа. Вот это, да, этот поворот. О, она наверх поднимает. Слыша. А, мне, короче, женщину туда надо поставить, и все, я понял. Пойдем сначала сундук возьмем. Я теперь могу прилипать, когда воды нет. Это очень здорово. Та-да-да-да! Богатство. Все, пойдем. Слушай, а здесь что-то было? Оно и осталось? А, ну там выход, похоже. Точнее, там просто сток, судя по всему. Так, а куда я заводить, чтобы было... А, сюда вот, что, поехали. И теперь ты стой здесь. А я сейчас все сделаю. Короче, здесь, баба.
Так, а мне теперь самому как туда? Подожди. Короче. Ты иди делай там дела тогда, баба. Она бить не умеет, чтобы это... Так. А, все, я понял. Гайс, смотри. Опа, видали? Воу! Опять. Короче, подожди, сейчас будем. Слушай, а может их вот так? Гайс, иди сюда. Нет, что-то не работает. Смотри, о, давай, братан. Ты куда? Блин, такой хитрый план, а значит никак. Ладно, давай по-старенько тогда. Ой, ему прям бомбанул, классно. Огребаешь. Все, всех убил. Женщина, блин. Все хорошо теперь стало. Безопасность. Ты что, не нажал, что ли? Ты ж больше ничего не умеешь, а еще и жать не умеешь. В чем проблема-то твоя? Воу! Воу! Фак! Еще и сундук. Все. Ну это значит прям... Подожди, а справа что? Справа что-то есть. Там фигня какая-то. А, туда потом придешь, похоже. Учитывая, что там какая-то дверь, да, там дверь. Ладно, пойдем. Воу. So much money. Та-да-да. Воу, Master Or. О, можно апгрейдить Sword. Давно мечтал. Слушай, я теперь убивать их буду. Надо кузнецу принести, только я не знаю, где он. Да ну и ладно, в принципе. Так, а здесь? Если поменяться сейчас что-то должно. Подожди. Так, Ника. А, все, я понял. Я идиот. Меня забыл. Та-дам. Подожди, а баба-то сможет так за мной? А, во. Все. Та-дам. Так, а теперь мы наверх возвращаемся. Так, и чё? А, ну стой здесь, раз такая. Тарин-тарин-тарин-тарин. Оп-оп-оп. А! Да вы чё? А ну отвалите руки прочь от моей женщины. Она мне кнопку там жмёт, а вы сейчас обратно в тюрягу, мне всё заново. No way. Всё, пойдём отсюда. Так, а сейчас что-нибудь будет с этим фигней? Не? Слушай, а если я к телепорту отведу, это нормально будет или отстой? Пойдешь к телепорту, баба? Погоди. Так мы же отсюда... Ё-моё. Мы кругаля дали. Так, а здесь чего? Жди, здесь сейчас что-то будет. Не, ничего не будет. А, я знаю, здесь появится аутист, их надо будет просто взять и скинуть вниз, я знаю. Пойдем. Короче. Вот аутисты. И они такие бегут, опа. Ха-ха. Победа. Классно, правда? Надеюсь, они больше не будут появляться. А, да ладно. А я их сейчас... Да, вот так. И что тогда будет? А! Все там? Ты давай тоже успокойся. Все, хорошо. Подожди, а здесь надо шмальнуть. Опа. Иначе бы сейчас уехала баба и все. Первый этаж.
Все, мы пришли. Слушай, а я не сдуюсь сейчас вентилятором? Короче, погоди. Ты же здесь. Как отвяжись? А, она сама отвязалась. Класс. Ну, в принципе, должна понимать. Погоди, а как ее того? А, во, все. Теперь стало понятно. Пойдем, женщина. Пойдем летать. И вот так. Ты тупая, что ли? Все, пойдем. Здесь все нажато, здесь уже... Подожди, а нажато ли? Воу, нукс. Воу! What the fuck is this? А что такое? Мне кажется, это неспроста тема. 100 денег-то понятно, а это что такое? Бам. Допустим. Что-то не. What the fuck? Если молотком бахнуть. Может, туда женщина поставить? Женщина, хочешь поставить на фигне? Нормально будет. Короче, какая-то тема открылась, а что она делает, не ясно. О май гад. А, ну все, и стоит тут. Крокодил синий. Он еще и панк. Все. Пойдем. Безопасности. Блин. Веркотов. О, щет. Осталось только к боссу идти. Ну сначала-то мы сюда пойдем, правильно? Что здесь? Воу. Я так и знал. И там сейчас будет гигантский ключ. Вот тогда-то мы придем к успеху. Хейтерс гана хейт. И глазами вращаешь. Та-да-да-да. Сейчас будет босс, от которого я буду огребать, и потом все будет плохо. У меня есть DFA, в принципе, так что я думаю, это будет не фатально, как минимум. И можно будет потом еще купить прям по максимуму. Воу, а баба-то там захлопнула. Ее там не заплющил, гайз? Ха-ха-ха, silly girl. I think if... Давай мне, слышь, картины, я... Воу. Щит, сан. Слушай, а если я вот так... Чё, потерял? Ну ты дебил. Слушай, прикольно. Эй, он идет и блюет. А я с щитом. Хан, ты лох. Zero fucking damage. У меня есть предположение, что эта фигня блокирует вообще везде. О, класс. А где? А вот он я. Тихо-тихо, не блюй. А, попал. Ну ты сволочь. Тупой, правда, как пробка. Так, он что-то батхёрст начинает. Воу-воу. Щит выбросил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! В чем проблема-то твоя? А, короче, надо кайсить это дерьмо. Щит, проблем. Так, он что делает опять? У него голова отлетела. Воу, what the fuck? А что, бить надо? Короче, мне плохо. Успокойтесь, что там.
А респаун будет? Я на него надеялся, если что. Если сейчас он ресетнется, то будет плохо. Фея, дело дела. Не подводи. Отлично. Слушай, так это видеть можно. Это прям что-то не аккузуально, значит. Победа. Ладно, проверили, как работает. И теперь пришел к нам успех. Там женщина, надо проверить, ее заплющили вроде входной двери. И пойдем посмотрим, такое, стенки отодрать. Ну ладно, вроде нормально. Looks like you got him. Good riddance. Let's go. This door will lead us out of this place. Подожди, подожди. А там может у него валялось чем-то? Не, похоже, ничего не валялось. Слушай, а картину? А, она еще покажет, где она. У меня Aegis был, все нормально. You looking for that painting, yeah? One that kinda younger, elder looking fellow. Come on, follow me. О, она в закрытом доме была. Смотри, говорит. This is the one. What's so special about this painting? Actually, now that I look at it, kinda interesting. What kind of look going on here? Так. О, хард-контейнер. Слышь, у них просто так здесь хард-контейнер валяется. Да вы чего? Просто так-то валяется все. Давай, братан, влазь. Слушай, а я его отлепил от картины. Не. А, во. Ничего себе, здесь прям хранилище картин. Ой, это тот чувак, который я искал. Асфала. The Blacksmith Apprentice. What are you doing here? Is Master Swarner less? That can only mean you have rescued me. Он всегда думал, что он настоящий герой, но на самом деле он облажался. Я всего лишь мудрец, а не герой. Oh well. Так, теперь мне будет помогать. Спасибо, спасибо, Линк. Пожалуйста, найди остальных шестерых. О, Сэндро отдает. И он отправляет его к кролику. Кролика надо покупать теперь, Сэндро. Ладно, нашли новый девайс. Так, и что-то я промотал еще, что он сказал. Я сейчас посмотрю на стриме. А, все, надо будет вернуть к Рави. Если что, потом надо будет найти. Все, нормально. Я пошел. О, с ним поболтать можно было. Ладно, next time. О, что-то прилетело. Это что такое? Воу. А, это попугай кроличий. И он сурал все-таки палку мне, я думал, он все-таки оставит ее. God damn it. Так, ладно. Слушай, один данж прям прошли. Куда дальше? Пойдем обратно в настоящий мир и купим палку у кролика. Я думаю, надо просто сходить и купить еще одну эту фею, потому что они какие-то overpowered. Что с ними фидить можно вообще как это. Как бы так надо. И что такое? Вы что, мужики? Я так понял, это референс на Мажора Маск. Который скоро выйдет. Омба-жомба. Тра-та-та. Так, ладно. Пойдем сюда. О, слушай, все еще продает, давай. Они стоят 7-7 всего. Слушай, халявная Эгиси продает. А ты че, мужик? А, песню подсказал. Чувак с маской на голове. С мешком. Так, ну все, пойдем в это. Пойдем наркотиков поедим сейчас здесь. Сразу полегче станет. Так, привет, женщина. Подожди, а это кто такой вообще? Stylish woman. How did you get here? My door is locked, Link. Ты давай не думай здесь ничего. Я пришел просто из альтернативной реальности.
How do you think? Короче, она просит мнение о ее платиновом. Where is it of you? О! 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 Хард-контейнер! Ничего себе, она хард-контейнером целует. Воздух. Воздушный поцелуй. А leave the door open, так что если что заходит. Слушай, это прямо такое. Давай, давай. Так, а какой был план? Во-первых, мне к кузнецу надо сходить, потому что я нашел мастер-ор. А во-вторых, чего? Что-то был еще какой-то план. А, у кролика купить, точно, я прям заступил. Нагребаешь. Слушай, а после тех монстров это прям ложки какие-то. У меня есть булавка понаставлена, офигеть. Можно будет собрать все это потом, но я думаю, там просто руки везде. Так, погоди, а дом кузнеца он сверху там. Где-то здесь, по-моему. Я как-то кругом обошелся. О, а здесь можно эту фигню. Я не научился пока. Фак. Привет, женщина. Галли, where are you? А у нее пропал сын, ё-моё. А я так и не нашел. Ладно, в следующий раз. Пойдем к кузнецу пока. Здорово. Ох, Линк. Мы искали сына, но он куда-то свалил. It's going to be alright. Give me a second. Короче, ему надо поплакать. Эй, ты нашел мастер ор? Все, апгрейдим меч. Давай. А, нужен еще один кусок. Фак. А мне один все. Гном, а ты че? Шахтер пропал. What the fuck? А, это просто референс на то, что надо принести эту фигню. Так, пойдем тогда за посохом и обратно. Слушай, а с посохом-то я сейчас, наверное, вообще какие-нибудь дела крутые смогу делать. Это как раз то, что надо. Ого, здесь лететь можно. Ну-ка. Чё это не даст? А, ну просто денежки. Это надо, да, я там поиграю потом тогда еще и маленько. Так. Подожди, а здесь... Воу, там у кролика прям это, дыра в подземное измерение. О, мистер Хиро. Да, наконец вернули палку. Descend rod. Give me that shit. 50 рупий. Это изи. Поможет в пустыне. Так, давай посмотрим, где она. Чё там? Если ты перед тобой песок, то ты можешь из нее сделать стенку. Так и пойдем нам, значит, туда. О, здорово. I'm just glad to see you here. Please tell me. Is Princess Zelda safe? Мужик, там, короче, такие дела. Там свинья, во-первых, превратилась, мутировалась с Ганоном и сорвала все картины. Короче, беда. Да, вот. И вот как раз он. I see Yuga has become evil itself. In the Kingdom of Shadow. Curse him for all eternity. His evil has spread even here. For just after he vanished into Hyrule Castle, a quake shook the kingdom. О, землетрясение было. А, появились эти. Все, да, вот такие штуки. О, Линк. Надо принцессу спасать, короче. Но раз ты легенда, у тебя Master Sword, тебе надо, короче, идти все это делать. Спасибо, спасибо. Это был очень ценный совет, я пошел, наверное. Я бы и без него, наверное, обошелся без деда это, но поставились, похоже, просто что был. Так, вы что есть? Я огни тушу, вообще-то. Вот, слушай, он, похоже, апгрейдил мне все-таки саблю маленько, потому что получше стало. Ты отвали.
Че это? А, это вообще не то. Короче, бумеранг нужен. Чтобы стунировать. Слушай, вот это я нагребал. Так нельзя вообще. Сейф. Сейчас скажут, что мы слишком долго играли. Да, мы уже слишком долго играем. Но ничего. Да, сердечко-то уж. Пойдем домой. О, а дом бардак. Вообще. А там даже пройти нельзя. Вот и фак. Отдайте. Э. Вообще. Фак. Там камин какой-то. Через камин, наверное, можно пройти сзади. Подожди, мужик. О, вижу. А как туда? Бомбануть его, типа? Я что не поставился? Сейчас бомбаню. А, сейчас себя бомбану. Да-да-да. Успех. Ну и все, богатство. О, еще одна бутылка, слушай. Это можно еще один на Эгги сунуть. Я-то вообще не сдохну, когда в этой игре. Постепенно она как-то слишком казуально становится. Дом себе, правда, раздолбал, но это неправильный дом, он в неправильной реальности. О, я мой-мой нашел. Мой-мой. Ей. Пойдем в пустыню, короче. Есть какие-то фиговины. А, не то. Да где у меня бумеранг мой опять? Блин, я так... Похоже, у меня эгисы очень краткосрочные будут. Так, а куда? Вниз? Ман, короче, нет. Ого. А, это что это? Кто такой? Он какой-то просто фигней. Вот тот парень. Дай хпшечка-то. Ну та фигня снизу, я так понимаю, я туда вообще не попаду сейчас пока. Там какие-то ядовитые штуки. Пойдем сюда сначала. О, я вижу там наркотики. Так, а здесь? О, щет. Мой-мой. Почему мой? Так, а туда что? Уж неужто это прям раздолбается сейчас бомбой? Да ну. Ну-ка, давай. Чё-то не. Слушай, а лук мне будет апгрейдить, интересно? Наверное, нет. О, сердечки. О, а здесь, наверное, Галли будет находиться, который забежал в параллельное измерение. Вот эта фигня. О, слушай, это альтернативный друг. Альтернативно одаренный. Как это болт дерби. What the fuck? Подожди, надо читать было. Как-то я забыл, что пора это. Hit a crab to reset the pots. Что? If you hit three pots in a row, a bird will fly across the field. What the fuck is going on? Так, ну-ка, давай. Так, надо сотку убивать, говорят. What do you think of my heart? Короче, это бейсбол этими. Слушай, там реально бейсбол. А я не очень-то бейсбол. О, мой-мой. What the fuck? Здесь мой-мой уже, классно. 50 рупий, давай. Что делать? О, плейбол. Щет, не смог. Вот. Так, короче, надо как-то вот так. Блин. В чем проблема-то, эй? Это нормально было сейчас? О, попал. Хоумран.
О, я прям бомбанул. А краб можно бить? Почему я налево всегда? Это... Тихо. Короче, что делать? Я не понял, как направление определяется, при том, что куда бы я ни направил, он все время вправо куда-то бахает. О, вот так просто, короче, ничего не нажать. Все, я понял. Огребаешь. О, ресет. И типа за 30 раз надо было выбить все. Гарб кильми. Чё-то не, я в такой бейсбол не очень хочу. Я даже не отбил себе ничего. Этот фейл. Братан, твоя игра, отстой. Нет, спасибо. Станция — это направление мяча, она определяет, но как-то очень, очень по-тупому определяет его. У меня опять бомб стоит. Короче, наверное, даже вот так можно. Потому что все равно мячом все хорблю. Да, придурок. Так, ладно, эту фигню как раз эту. Ладно, поймем настоящий меб. И чё? Подожди, а где я оказался? Короче, там надо будет зайти, а пока в пещеру можно. Тут непонятно, пещера при том. О, здесь проход, наверное, в пустыне. О, вот. Курица. Я той курицу, ничего, нормально, что обидел. Это просто сокровище. Так, дайте курицу. Вообще классно будет. А эта фигня зачем? Она напоминает мне респаун поинт. Не похоже на ней, я буду респаунить сейчас. Так, короче, иди сюда. Let's go, guys. Let's go, fuck. Блин, я так знал. Ладно, понял. Подожди. Ой, здесь еще есть. И там еще один. Надо брать. Понял. Слушай, а сложно учитывать, что высоту ты понять не можешь. И начинается вот такая фигня. Слушай, а курицы там остались, они не респаунятся, это последние две. Похоже, я так не смогу туда. Короче, давай сначала на островок тогда. Главное, не наступать на нее. Слушай, а там я сразу тогда попаду под это. Щет, не смог. Да, короче, ну их нафиг. Они сделали трехмерность, а в этой дырке ты все равно понять не можешь, насколько ты высоко. Ладно, давай последнюю, раз она есть. Let's go. Хотя бы синий тут забрать, фиолетовый. Блин, а упасть. Ладно. Как на фейле ушел. О, здесь это сердечки дают чуть более часто. Пойдем сюда теперь. Та-да-дам. О, блин, а я думал здесь что-то будет. О, а здесь действительно что-то есть. Давай, ну-ка иди сюда. Проблемка. О, а эта фигня тоже так работает. Так, ну и давай теперь опять путешествие.
за 30 земель. Там еще и с другой стороны мой. То есть надо будет опять заходить. Мне нравится, что анимация очень долго. Если бы не было анимации, я бы туда-сюда так и бегал. Воу, вы что, мужики? Они там сидели все это время. Может, отменить можно, может? Не, нельзя скипнуть. Оп. Надо попасть. Тихо. Ой, бэби. Оу! Так, давай еще надо муй-муй спасти. Это они не очень здорово сделали, что три раза подряд нам туда-сюда. Но я и заодно сердечки фармлю, так что нормально. Отвали, мужик. Это, наверное, не очень эффективно бывает уза. Так, ладно, давай не будем отвлекаться. Let's go. Мой. Какой-то странный камень, я думаю, он зачем-то еще это... Как-то можно его раздолбать, наверное. Какой-то очень крутой сид. Так, туда мы ходили? А, там придурки есть с бейсболом. О, сердечки прям валятся. Надо вернуться обратно, бумеранг. Уж больно он классный. Так, и что, покажется, как здесь? А пещеру как пройти? Дождись. Пещера там справа почему-то. Опять камень нет. Бам. О, здесь дом чей-то. Кто здесь живет? Бомб Флэйер Стор. Это факт. Воу. Ну, пойдем посмотрим. Ого, сумасшедший ученый. Ты че? О, рэпер вообще. Ничего себе, сумасшедший ученый рэпер. Как это у него рэп при этом нескладный. Бах-бах-бах-бах. Так, бомб флауэр. Так, биг бум. О, короче, взрывать большие камни как раз. Так, короче, пойду. Надо деньги дать. Йоу. Боро. Баблишка моя. А сколько? 2 сотни? Ну ладно. Так, а ее бить нельзя, иначе кранты. Воу! О! Она прям со мной. Слышь, давай бахай. А как это? А я типа ставит. Она за мной так и будет ходить, пока я не скажу отвяжись. Подожди. А! Сейчас бомбануло. Понял. А, респаун будет. О, респаун. Воу. Пойдем. О, мой нашел сразу. Он просто в траве сидел. Поймал, май-май. Мазер, май-май, gonna be happy. Пройти, дай бомба, цветок, блин. Слушай, а таскать через все локации, если надо будет. Пойдем откроем, посмотрим, может, что будет там. Невзрываемая бомба. А, здесь, наверное, просто... Воу. Гайс. Так, ну чё? А, просто бабки. Если вот эти вот камни непонятные, я думаю, их тоже скоро научат ломать. Да, бомб прям как женщина за мной ходит, раз что управлять ей нельзя. Нельзя сказать, чтобы... Там
Заткнись и оставайся на месте. Ладно, это неплохо у них. О, слушай, прям фармист классно такой, опа, и сено косишь. О, здесь еще один. No match for my power. Давай этому воняем. Там тоже пещера, наверное. А теперь ты умеешь бомбой управляться. Погнали. Я надеюсь, что не надо будет ее вести потом через всю карту. В определенный момент. Та-да-да-дам. Успех. Так, а там слева какая-то фигня прям крутая. Там чуть ли не игровая площадка какая-то. Пойдем смотреть. Мне кажется, это туда будет. О. Вы че? Тро рупис. Давай 2 сотни. Я ж не жадный. Thank you for your donation. А это сабхайп. Где сабхайп? А что можно? Да, 50. О, появилось. Small токенов грасит. И чё? Типа похилил он меня, а я на фул хп, если нормально? Ты залазь в бутылку, баба. Fuck off. God damn. Так, ладно. Вопрос. О, вот здесь проход просто. О, ничего себе. Есть ковбой Джо. Рупираж гай. Ready to rush. To roll. Whatever. It's not a bad way to make loot. 30 секунд и сколько схватишь, все твое. Короче, мини-гейм. Блин, а стоит сотню? Ладно, погнали. Я бегать быстро не умею, я думаю, там дадут потом ботинки. Обычно-то зелье очень быстро давали, быстрые ботинки. Подожди, еще надо 30 секунд затаймить и через 30 секунд с ним поболтать. What the hell. Так, это не очень эффективно. О, а, подставь, fuck, team. Нет, guys, god damn it. Shit. Гатрек, fuck. Настоящий-то есть? Get the fuck out here. А их как-то отличать можно. Блин, а наверх как? О, там схема, слушай, там надо... Муй-муй. Вот бы его спасти. С мужиком-то фиг с ним, что? Подумаешь, деньги потратил. Вот муй-муй спасти, это важный момент. Ковбой. О. Ну ладно. О, сабхайп. Добро пожаловать. Сабдивижн, или как это назвать. Я еще не придумал, как эту фигню смешно назвать. Но я думаю, это очень глупо называть ее. Смешно. Так, куда? Все, гайс, 11 осталось. Надо, наверное, вывести там саб-гол, или как называется. Короче, так. Скоро будет стыдно воду смотреть самому. Оп, оп. Короче, вот эта фигня очень классно убивать. Что можно с ней даже луком не пользоваться, и можно... Просто... А, она урон не наносит, все, я понял. Так, надо понять, как вниз попасть, вон туда он. Потому что оттуда проход. Короче, пойдем просто по краю, там вниз, по-моему, от моего дома вниз можно было. Бам-бам, слушай, я прям боевик стал. Во, вот здесь вот. Что-то у него какая-то супервилка. А что он меня огребает? Ладно, это... Мне кажется, проще... О, муй-муй. Та-да-да-да.
Поймал мой. Там краб психованный вообще абсолютно. Слушай, они там по делу носятся? Здесь что-нибудь есть вообще? Здесь опять этот дебил. А что его не дамажит? А если он вниз туда упадет, он утонет? Ладно, он тупой. А если я наступлю? Мне кажется, больно будет, я не хочу эксперимент. Слушай, а может это просто вода, и она такая должна быть? О, там туда может... А, там, слушай, там еще один данж. Сейчас пойдем туда. Ого, здесь. А, камни. Ладно, я бы иначе убился, я знаю, чем. Так, что, Эгиси есть? То есть, в принципе, можно пойти в данж. Блин, а сюда бомбу надо ввести было. Фак. А, не надо было. Хитрая схема. Бам. Ага. Что, сразу пойдем или поразведаем, пока мы здесь? Сейф. Ладно, пойдем сразу. Сохранение завершено. Тырым-тырым. Слушай, у меня много уже реагентов всяких. Воу, здесь плавать прям. Да ладно, подводный данж. Гарби факин кидми. А чё, я не смог? В чем проблема-то? Чё? Не понял. Чё, вырубить нельзя? What is happening? Погоди, а как так? Чё он занырнуть не может? В чём проблема твоя, пацан? Короче, в чём дело? Я сюда не могу, что ли, пока, значит? Или я просто не то делаю? Понять бы. Тихо. Огонь не гаснет. Да, они не гаснут. Тихо. Если вот такой бомбануть, нормально будет? О! Тихо. Подожди. Это наводит меня на мысль. А чё? Она плавала, а потом все. What the hell? А огненная чё? Ладно, я думаю, если бы она испарила всю эту фигню, это было бы совсем тупо. От стены от один рей? Серьезно? Это инфа 100 или просто догадочки? Ну давай. Не, это как-то это... Он не достает, похоже, там слишком глубоко. Там, похоже, 3 уровня. Да. Ну ладно, я так понял, меня потом научат просто сейчас подальше нырять и будет нормально. В отделе 90 штук, да, наверное, нельзя. Я думаю, здесь было бы как-то чуть... А, во, здесь надо бы взорвать, и вода утечет, все, я понял. Слушай, а у тебя отсюда как? О, а плавать-то можно в дерьме. Вот это поворот. О. Там муйму я вижу, пойдем спасать. Слушай, я думаю, я буду дохнуть, если такая фигня будет. Нашел. Не, по стенке там нельзя было пройти, там камни были. О, здесь. Вот я не знаю, что вот эти за фигуны, я думаю, про них что-то будет. Пещера какая-то, пойдем. Пещера. Оу. Ты че? Оу. Ты герл. А, это какая-то... Я ж тебя спасала, баба. Опять ты? Помнишь, меня говорит, когда, ну, мы это самое... Back in the days. Ага, вон она, значит, что. Вот так вот. Ты одень лучше обратно, а то у тебя с носом. Тут все плохо. Да, спасибо. Так, забыл поблагодарить. Извини, говорит, за манеры. Так что спасибо. Забирай сундук и больше не спрашивай меня ничего. Ничего себе. Это за все то время, которое мы провели вместе. Подожди, это как-то странно у нас работает.
But just keep this a secret, то я, ну конечно же, никому не расскажу. Короче, дала мне бабок. Я себя теперь неловко чувствую. Что-то как слабо бьет. О, так работает. Неожиданно краб. Так, слышал мой-мой, а... О, там... О! Ты как залез туда, братан? Самое главное, снимать тебя как оттуда. Неужто меня еще и с этим потом научат обращаться? Блин, и сюда надо во все эти стороны вести этих чуваков. Вести бомбу. Я думаю, у них специально будет это... заскриптовано, чтобы они набегали на бомбу и пытались ее убивать. Так будет классно. Так, там вниз зачем-то можно что-то нырять. О, вниз прям пасть надо. А, нельзя. Это просто показывает, что там что-то есть. Подожди, а я камень взорву, он просто доступ туда вниз откроет. То есть это относительно данжа ничего не поменяет. Ладно, пойдем бомбу притащим, разберемся сейчас. Они бы лучше меня большие камни научили ломать, было бы куда круче. А бомба далеко, то есть надо все-таки научиться сначала ломать большие камни, скорее всего. Потому что иначе, ну, отстойно получается. О, слушай, а здесь чувак подсказки ждает относительно данжей. Где он? Здесь палатка такая стояла. О, что такое? А, это замок. О, здесь крутые чуваки с бомбами. Подожди, мне не туда, наверное. А как? А туда можно вообще пойти? О, можно. Подожди, сек. А, здесь все плохо. Да и подожди. Где? Вот, нашел. А, не куряй меня зад. Огребаешь. Хотя бы сейф нашли. Какой-то просто бесполезный сейф нашел. Короче, где карта? А, вон, предсказатель слева. Я, значит, не туда вообще пошел. Слушай, здесь, наверное, секретик какой-нибудь есть. Ладно, брат, завязывай. Ладно, с ними будем связываться только когда появится крутой меч. А то мне до сих пор так не сделал, мужик. Да, судя по звуку, там был мой-мой, но... Как-то я понять не смог даже, где он. Так, здорово, мужики. Рассказывай. Сон Пелос. Вот, наверное, он. Так. Enormous бомб. Да, все-таки бомба нужна, чтобы она открыла. Приводишь к воде и вода, все. То есть, действительно, предположение казалось верным. Спасибо. И баблишко надо забираем. Право от замка мы ему еще пойдем заберем. Мы их нельзя пропускать, они критически вообще важны. Что это хуже, чем покемонов собирать. Завтра, кстати, покемон релиз, но я не знаю, буду я стримить или нет. Я думаю, на днях уже приедет мне Smash для Wii U. Вот мне надо будет основательно прям... Вот он, короче. Мой-мой! А, у меня проблемы! Щет! Валим! Нормально.
Подожди, а мне камень все равно... Ладно, я кругаля, в принципе, могу дать, мне не жалко. Но все равно как-то странно получается. Я отучаюсь. А, ты че, мужик? Бам. Ты... Не успеваю я на щит нажимать, потому что он так неудобно находится на бампере. На котором у меня даже палец лежит большую часть времени. Поэтому каждый раз выглядит, что я как лошок просто лицом забегаю. Ну, не думайте, если спланировано. Бам! Огребаешь. Блин, где он ступил мне? Короче, вот этот камень убрать будет легко. Если его не убрать, будет сложно. Но я не умею. Ого. А. Ничего себе, вот этот... Complicated Physics Engine. Все, сердечки забрали, пойдем. Give me that shit. Follow me. Мне кажется, это будет проблемно. А-а-а! Я так и знал. Что, короче, я в первую очередь буду взрывать. Just because. Just fuck you. That's why. Я, кстати, пчелу так не нашел, там королеву пчел сказали искать. Давай еще раз. На этот раз осторожней. Это надолго, похоже, схема. Я, кстати, так и... Я как не ожидал, что вот эта корова, она прям загрится на бомбу именно. И что придется бежать прям аккуратно. А, не, они на меня агрятся. Да, нормально. Ну, из-за того, что у меня охват гигантский просто, сабль своей, я ее сам сбиваю. Да дай сердечко-то, ё-моё. О, спасибо. Так, сюда. У нас прям операция. Там еще и здоровый локация, мне сейчас бомбанет там. Тихо, мужик, не бросай. Так, сюда вот. Здесь вниз. Блин, короче, проблема. Шакрабы ваншотные. Блин, а здесь... Слушай, их, наверное, бомбануть можно, бомбы этих мы. Но мне задача поважнее. Надо быстрее, 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 пока никто не видит, гайс. Ну все. Да, там все утекло, короче. Та-да-да-да. Открыли данж. Adventure. Adventure time. Oh yeah. Все, спустили воду. Swamp Palace. О, здесь прям говорят, что хукать надо. Ух ты, а если можно хукать? Если нельзя. О, воды налили. Получше действительно стало. Слушай, а как забирать? Я прилепляться не умею. Э, баблишка-то как, дайте. Ладно, черт с вами. Там потом, наверное, будет какая-то схема про это. Не уверен. Так, там какие-то носороги. Вводяные. Вот, что такое. О, я достал тут чувака и убил его. Тор Херсан. Огребаешь. Так, а откуда эти чуваки берутся? Они бесконечные, я так понял. Да, они просто появляются.
Эй, ты выхуй. А, больно. Это фигня, если не попадаешь, то потом очень сложно становится. Так, а здесь что? Здесь проход какой-то огромный. Короче, что мне здесь делать надо? Надо собрать деньги. Есть большой сундук, к которому я доступ получу потом. Мне, похоже, что дадут прикольное для этого. Я так понимаю, потом мне научат что-то еще любопытное делать, потому что здесь что-то как-то совсем сложно. Короче, что это такое? Какая-то большая фигня. Ладно, пойдем налево. О, здесь плотики. Он захел. И нафига они? Что делать надо? А, огребаю. Дай сундук-то мне дать. А, сундук высоко. Вот и схайпинг. А туда как? Блин, короче, столько вопросов, а ответов нет вообще. Я пойду вот так. Вы как хотите. О, здесь. О-о-о. Все было просчитано. Так, ладно, допустим, туда пока нельзя. Пойдем дальше. Подвал пришел. О, ключ. А здесь? Здесь потоп. Нашел компас. Ну уже... О, сколько сундуков. Большая дверь. Огребаешь. Слушай, а на них пофармить, наверное, можно? А, это из черепа вылез, все понятно. Мне не нравится тема, когда бесконечные чуваки. А, ладно. Вообще-то, А третьего этажа там не будет? Ладно. Так, к этой фигне, допустим, можно притянуться, а дальше что? Это, похоже, с другой стороны, я потом приду, все, понял. Тихо. Слушай, какой-то усложненный данж пока что, нифига не понятно. Короче, это вот так работает, да. Все, класс. Тихо. Опа. 20 денег. Вортает. О. Класс. Так, а теперь, наверное, туда. Ед, пока рухи. Да это ч... Ты одну денежку принес. Да чё это? Поехали, короче. Да опять ты! За свое. Слушай, а зачем это все надо было? Ой, здесь еще и сундук. Опа! Все. Два этажа всего, но зато здесь, похоже, хватает пазлов. Так, допустим, это дверь. О, здесь выход. А, дохнет. Ай, тихо. Вот, ладно. И в чем прикол? Я не понял нифига. Короче, шарик находится ниже. И как тогда? Вот. И за это дадут сундук. Ну все, что я понял. Давай подумаем. Ладно, похоже, это не обязательно фигня в любом случае. Куда плод-то мой? Так, ну самое главное, я ключ взял. То есть мне осталось только... Только он туда, он. Сундук забрать. Огребаешь. Все, сундук забрал.
И пойдем дверь... Подожди, а дверь... Двери две, на самом деле. Нет, одна, ладно. Вот это. Вам, вам. Что-то как-то мало ДПС. Блин, еще и вот... Ё-моё. Опа. Так, что-то отрубили. Перенаправили. Гайс, какой-то роутинг начинается вообще. Какой-то ультра-хардкорный. Анжан. А, фак, ладно. А если бы я не перенаправил, я бы туда идти не мог. Все, я понял. Во, вообще. А там прям, смотрите, как классно. Ух ты, налил целый тазик. Сначала сюда. И поехали. О, а здесь скоростной прям. И меня в лужу прям лицом. Класс. Ненавижу электрических этих. Они очень умные. Делают всегда дела по-всякому. Так, и потом в дверь меня выкинут. Все, сейчас пойдем туда. И сделаем вот так вот. Тихо-тихо, спокойно. Все. Подожди, а еще ниже этаж есть. О, я наверх пришел. Это босс. Нет, мини-босс. Ну, он, походу, лох. Если он не размножится на 10 таких же. А я подозреваю, у него именно такой план. О, сердечки дает. Слушай, а может мне нафармить сердечек? Дайте еще. Да дайте. Гайс, да че? О май гад, ооо. Еще и вот так. Просто стрельба, все. Так. Бах. А-а-а! Так и знал. Гарби, fucking kill. Короче, я знаю, что делать. Game that shit. Мана нет. Да вот с маной беда вечно. О, ничего себе, как круто дело. Они в десинке все вечно. Это проблемка. А! Ладно, вроде работает, правда я сам наполучал. Блин, а молоток тоже проводим с ним. Он же деревянный же, кияк, да вы чё? Они ваншотно оказались, короче. Победа. Дайте что-нибудь. О, телепорт дали. Господа, Альфа Heroes of the Storm пробовал, но не проникся ей настолько, чтобы играть ей на стрим. Так что уж извините. Так, открылась дверь налево и направо. Налево-то здесь закрытый был проход. Давай посмотрим. О, а здесь кнопочку можно нажать. Оу! Класс. А здесь надо бомбануть. Get over here. И там сундук еще. Оу. Дим. Сейчас будем вниз падать. Но сначала попытаемся сделать вот так. Так, не пошло. Слушай, а как тогда его взять? Хочу сундук. Там какая-то схема с этими плотами, но чего там вообще, как непонятно. Пойдем вниз. Так. Блин, где я? А, это я наверх упал? Эй, а ключ? У меня ключ-то что-нибудь... Так. Ладно, пойдем туда, чего? Сюда вот. Ай-яй-яй, тихо-тихо. О-о-о, а, здесь вот так. Слушай, здорово они сделали. Левел-дизайн просто отличный. Что? Везде срезики, и если даже все это сделал классно, то... Обычно назад очень просто вернуться, скажем так. Так. И опять этот сундук злой. Непонятный. Что с ним делать? Так, ладно. А! А что такое? Сюда надо вообще? Зачем плоты здесь, если они не нужны? Может брать как-то можно? Что-то такое? Стак друг на друга. Так, а это сам начало вообще. Есть комната с боссом. Да.
То есть можно было там начать, а можно было здесь. Whatever. Слушай, а если нырнусь под пол, что будет? Ничего не будет. Непонятно мне, вот эти вот две комнаты, что слежат справа. Так, это я где вообще? Опа. Не ожидали? Взял все, выключил. Сломал. Нафармил фу хп зато. Опа. Ну так это ж я дверь сейчас открою. Кто меня остановит теперь? Can't stop me now. Так, а это не сюда. А, вон, наверх. И там потом вниз падать. Давай сначала сюда пойдем. Поищем. И сюда. А, разницы-то нет, то есть там... Понял. Опять эта фигня здоровая. А какая-то прям сфера гигантская. Так. Чё-то не катит система ваша. А вот эскейпинг. Здесь дверь тоже нельзя? Да, здесь дверь тоже нельзя. Там денежки прям. А забрать их можно? Нет, нельзя. Ладно, другой вопрос. Как выйти теперь отсюда? А, вот здесь дверь. Подожди, я застрял? Гарбикельми. А, вот выход. О! Вон что. О! Я понял тему. Вращай барабан. Ага, и можно опускать до заданного уровня. Давай еще посмотрим. А что, больше нельзя? Типа можно наливать, а можно наоборот спускать. Я что? Не канает? А во. Налил, гайс. Подожди, а еще... Я экспериментирую, подождите. Все, на фул. Сейчас все затопит к черту матери. О, теперь сюда вот можно. Ключа только нет, то есть сейчас заключим, сплаваем, будет нормально. А тут дверь сейчас откроем. Все, понятно. Как-то непонятно сделали, что цепляешь здесь. Странно. Я сперва даже не понял. Все, спустили? Пойдем. Пойдем вниз сначала сюда вот. О! Это я помню такое. Та-да-да-да. О! Ничего себе. Plate mail, guys. Кирасу нашел. Отдельно. А то я там огребал просто по фул сердечку каждый раз. О, а здесь респаунуются рупии можно. Ладно. Фармить рупии — это так все занятие в этой игре, я уже понял. Потому что они чаще всего просто не нужны. Ага. А, и эта вода, она глобально наливается, и то есть можно там налить, где сундуки были, вы поняли? И делать дела. Так, а здесь что? Там какая-то статуя хитрая. Щит, оу, what the fuck? Она навсегда такая будет? А, я понял, оу, no. Ладно, в херасте получше стало. Открыл. Сейчас мне надо подпрыгнуть, тем не менее. Сейчас еще открою, подожди. Опа.
А! Фейл. О, слушай, они там гребают все от лазера. Ну, нормально, в принципе, что. Ладно, я пошел осень. Блин, где я? А! Оу! А что за фигня? Где-то я такие видел, а что... А, за них цепляться можно. Да, все, вспомнил. Вот так вот. Классно. Так, ну давай теперь здесь. Наливай. А, здесь уже налито. Наливаем. То, что два раза подряд надо доливать, это, конечно, фейл. Теперь это стало понятно, зачем платы нужны. Что все устроили глобальное потепление и... Опа. Еще один ключ. Классно. Так, а там чего? Там дверь? Где дверь? Двери нет. Дверь фокада. Тюлень тонул. Ну вот, мне стыдно... Ой, летаем. Стыдно так. Взял тюлень и утопил. Так, вот, на половинку. И теперь нам туда. А, здесь занято. Подожди, там надо нажать на кнопку, все, я понял. Мне не очень нравится эта механика, что сливаешь, наливаешь туда-сюда каждый раз. Вращаешь барабан, а... Эта сцена, это еще долго. Так. Блин, надо было сразу это делать, тогда было бы нормально. Это я сам виноват. Так, надо выход любить. Ты что, нам здесь ползает? Опа. Хочу. Блин, я лицом просто шоркнулся. Че это? Да нажимайся-то. Let's go. Слушай, у меня теперь синяя Зельда. Её же Зельда зовут, правильно? Наливаем. Все. Победа. Так, а здесь надо огни потушить, надо налить эту фигню. Слушай, а я умею тушить, у меня же есть палка, тушилка. Здесь что-нибудь прикольное есть? О, здесь можно трогать эту штуку. О, там кнопочка. Это я люблю. Так, ладно, допустим. Допустим, сделаю я сейчас. Сейчас. Вот так. Но проблем-то это не решит, потому что надо все равно как-то залить сейчас воды побольше малек. Так, а здесь чего? Ага, короче, эта фигня, она глобальная. Ай, да тихо ты. О, слушай, он на четверть кпшечки меня дамажит. Слушай, они вообще не очень. Короче, суть такова, надо как-то сделать...